Я нахожусь в Саксонии. Находится замечательный замок. Средневековье. Когда оказываешься в таких местах, сразу приходит вдохновение. Попадаешь совершенно в другое измерение. Тишина, покой. Какая-то сказочная атмосфера. Замки намного больше. Это крепость. Бург по-немецки. Это звучит в переводе на русский. Крепость. А шлосс в переводе на русский означает замок. Это я нахожусь на территории крепости. Тут единственный вход был в крепость. Сейчас я его покажу. Вот как раз я вошла в этот вход. Замки, конечно, намного-намного больше. Крепости меньше. Сегодня 6 марта 2021 год. Вот этот центральный вход, один из входов, да. Вот второй, через который я сейчас пройду. Бург Шонфельс. Какие показываю вот камни, это же все натуральное. Вот тут вот находится замечательная территория крепости этой. Потрясающий парк, зелень тут.